По всей вероятности, это будет иметь большее значение у больных, так называемых инкурабельных, то есть больных, которые, которым уже специальное лечение в силу запущенности процесса либо их тяжелого состояния полиоргана недостаточности не показано. Вот таким больным мы приветствуем любой обезболивающий препарат. Если каннабис, медицинские его аналоги, синтетические, если они, в общем-то, будут эффективны, мы будем их только приветствовать. Мы приветствуем тут любые наркотические препараты, имеются в виду в лечении больных паллиативных. Мы их называем сейчас хосписных больных. Да? Тут есть любые средства обезболивания годятся. Мы используем здесь и наркотические препараты, и морфий, и новогаленовые препараты, синтетические препараты. Этим больным надо не только снять боль, но и убрать ту депрессию, которая сопровождает их тяжелое состояние. Если каннабис будет эффективен в этих ситуациях, а у нас нет своих наработок, своего опыта, мы будем его только применять. Любой препарат, который поможет этой группе пациентов, приветствовать. И никакого страха я здесь не вижу.